И в продолжении темы программы «Лабиринт». По ходу эфира речь зашла о вывозе снега с придомовых территорий. Прозвучала информация о том, что управляющие компании этим вопросом в принципе не занимаются. Как оказалось, не все. Управдом Заводского района на своей территории организовал вывоз снега из дворов. Компания пошла на эти расходы, чтобы обеспечить более качественную уборку придомовых территорий и проездов. Техника здесь работает в течение всего дня. И это несмотря на то, что общая протяженность убираемых площадей у Заволжан одна из самых больших. Убираемый нами район территориально, конечно, разбросан. Это и резинотехника, и нижний средний поселок, и центральный район, вот как школы. Вот. Поэтому и заявок порой очень много, и от жителей поступает. Конечно, мы стараемся своевременно отреагировать на эти заявки. И с администрацией плодотворно, как говорится, работаем совместно. Значит, на все их предписания тоже реагируем. И стараемся снять вот такую ситуацию.